Вот так по граммулечке буквально. Много не надо. Сюда раз. Девочки, вот я стою в канале, который мы с вами заходили. Если я сейчас надавлю на поршень, у меня побежит контур. Можем чуть-чуть граммулечку вот дать. Смотри, вот. Чтобы немножко поднялось. Поэтому контур можно делать и отсюда. Девочки, контур только на молодых губах в основном делаете. В основном на молодых губах. Да, на самом деле, если такой тесненький работать, он на контур получается. Потому что если такие губы, как у меня или как у мамы, выдвинется вперед.